Даша Касаткина в третьем круге Ролан-Гаррос после победы над Кирстен Флипкинс. Ну, наверное, самое большое удовлетворение, что завершила в среду вечером, да, успела и в двух сетах. Да, на самом деле, когда увидела расписание, изначально была четвертым запуском, подумала, ну, хорошо, если успею. Потом еще вечером передо мной поставили доигровку мужскую. Тут я поняла, что, скорее всего, сегодня я не успею доиграть. Но в итоге, слава богу, что так получилось, что я все-таки смогла завершить матч сегодня. Когда узнала, что переносит вас на другой корт? До последнего не были уверены. Я писала супервайзеру, но потому что как был первый корт, типа билет и все такое. Говорили, что до последнего будут ждать. В итоге нас поставили на пятый корт, мы вышли на пятый корт, его залили водой, он не высох. Нам говорят, вы переходите на девятый корт, и вот мы туда-сюда ходили. В итоге сыграли на девятом. Насколько сама довольна игрой показана сегодня по сравнению с первым матчем тем же? Если не считать начало первого сета, где я, правда, очень волновалась из-за вот этой всей ситуации, то в целом мне понравилось, как я играла. Конечно, картина игры совершенно отличалась от того, что была в первом круге, потому что совершенно разные оппонентки, но в целом я довольна своей игрой. Мария Сакари, боец в следующем раунде, гречанка. Какие мысли? Мысли не знаю. Мы с ней играли очень давно, где-то в Минске, по-моему, на 25-тысячнике, поэтому да, на грунте с ней очень тяжело играть, потому что она действительно большой боец, она очень хорошо двигается, и это будет действительно непросто. Спасибо, с победой. Спасибо.